Всем привет, с вами снова Михо. Вы на канале Михо Entertainment. Сегодня воскресенье, последний выходной, 14 февраля. Всех с праздничком. Вот, а я сейчас соберусь и поеду гулять. Все, ребята, мы выехали на границу Северной Кореи с братаном и с мамоном. Вот. Оставайтесь со мной, будем смотреть вместе. Это карта. Сейчас я ее уменьшаю, показываю дорогу. Там находится обсерватория, и можно увидеть Северную Корею. Speed limit cameras 70 kilometers per hour. Проехали, короче, там осмотр, ну, как осмотр, там стояли парни с пистолетами. Да, конечно, они были в маске. Пострелили. Нельзя снимать. Вот. Даже тут я, наверное, думаю, нельзя снимать, но я постараюсь немножко заснять. Вот, мы почти доехали до обсерватории. Там, чё там? Ворота закрыты? Keep left. Что? Короче, корона, ребята, закрыта. Поздравьте нас. Жесть, реально, чё, блин? Чё, назад ехать, что ли? Оттуда, чё? С границей у нас, короче, не получилось. Ну, мы там были, но там обсерватория закрыта, поэтому мы сейчас поедем... Корона! Корона, да. Мы сейчас поедем на... Как называется? Машинки? Что-то делать! Машинки, короче. Вот, погнали. Мы приехали, ребята, кататься на тачках. Телефон оставлять или у тебя есть куда закинуть? Не знаю. Ты сумка идешь? Не знаю. Подожди, я записываю. Пойду. Ну вот, короче, мы приехали. Братан меня отвлекает, как всегда. Отвлекаешь. Вот сейчас на парковку поедем. Так, а куда заезжать? Повыше лучше? На первую парковку. Вот. Братан, смотри сюда. Быстрее на камеру. Тебе нравится? Ты рад, что мы сюда приехали? Он встал, не туда встал. Нам туда нельзя вставать. Опа-ля. А вообще-то я вот так вот... Он объедет. На его место. Я выметаюсь. Хватит пить. Не бухай. Так, не отвлекай. Парковка самая такая важная часть процедуры. Телефон оставляю, короче. А снимать? Ты? Вот хитрая жопа. Телефон снимай. И я же сказал, вылезу. Все, уже я припарковалась. Задвинешь окошечко? Ай, что так отсвечивает? Не обнимайся, а вот сюда давай. Видал? Тетка за рулем. А ты тоже за рулем. Вот, братаном, купили билетики. По три раза будем скатываться. По-моему, там только дети катают. Вот, сейчас пойдем попробуем. Там, кстати, ледяное, что-то ледяное. Есть лед, вот. И мы пойдем скатываться. Пойдем сюда.
Пошли один раз попробуем. Короче, нас прогнали, сказали, или там три раза, или вон там три раза. Смотри, это для детей. Вау, тут водичка есть. Вот, посмотри, вот они будут. Все, посмотри, пошли. Посмотри. Смотри, там взрослые есть, но с детьми. Идем. Мне там не интересно. Уже не интересно. Вот, мы идем туда, на горку. Большие игрушки висят. Все, пошли, хватит на большие игрушки смотреть. Сейчас будем кататься. Ты тогда видео говоришь? Три раза. Сейчас видео выключишь и побежала. Да, конечно. Вот мне стоять. Смотрите, сколько народу. Ой, это все на те горки. Я до трех успеваю? Вот, все на голове. Ты тоже в очках? Как хангук. У тебя вообще там как на нас. Я шучу. Вот здесь нужно выбрать маски, то есть шлем. Я возьму синий. О, нормально. Все, надели шлемы. Тут так шумно. Братан не может. Братан, быстрее. Шлемы не пустят? Нет, нельзя. Как красиво. И окна всегда грязные. Смотрите, ребята, туалет. Какой шикарный. То, что мне нравится в Корее, это именно туалеты. Бесплатные, чистые и офигенные. Чиз! Как ты снимаешь? Да. Первый раз спускаемся. Получилось наоборот. Вот нам поставили штампики первые на первый съезд. Здравствуйте! Итак, первый скатившийся прошел. У меня челка куда-то улетела. Братан пошел в туалет. Сейчас пойдем во второй раз и потом в третий раз. Вот. Братан идет. Братан! По второму кругу, братан. На третий раз точнее будет. Кайфарик. Замерзла. Жопа замерзла. Ляжки. Шутник, пошути. Это будет в Ютубе, да, на весь мир, кто увидит. Скажи еще, что ты потеряешь, если будет очень холодно. Я потеряю. Итак, мы два раза спустились, у нас остался последний спуск. Че такие глаза большие? Вот. Последний спуск, я хочу, постараюсь заснять его. Перевернешься. Ну, посмотрим. Но я хочу заснять. Потому что хочу вам показать. Телефон зиблый такой, не?
Здравствуйте. Закончили кататься, было круто, я там что-то засняла, не знаю, будет видно, нет, смонтирую, посмотрим. Братан, как тебе? Круто, тошнит. Его тошнит. Ничего там не потерял. Ты там говорил, что что-то оставишь. Потерял, там холодно, капец. Капец, холодно. Плохая идея была три раза спускаться. Зато дешево получилось за манон. Один спуск. Не, вообще классно. Классно. Да, попадать. Нормально, тошнит только. Руки немного замерзли. И тошнит. Да хватит. Беременные, что ли.